Ну, у меня две десятки было. Почему надо обязательно человеку раздать даму 10? Это единственный руканер, который я не могу выкинуть однокарточный стрит в этой ситуации. Когда у меня две десятки, а не одна. Естественно. Ну, лютый чувак против него. Надо было влюбить, конечно. Но опять пихнули, я не знаю. Пацаны, нахуй так жить. Да. Чё-то хз. Непростая игра сегодня. Ага, ну я там как бы в любом случае сосал. Ясно. Хороший флоп. Вот хороший флоп, так хороший флоп. Чё тут скажешь? Не можешь сказать ничего конструктивного? Завали ебаник, ладно? Довольно невразумительный блеф. Хотя бы туда крестей дайте. Ясно. Не знаю. По-моему, это просто отпи***л у него кол. Ого. Заизолейтил король 10. Я. Такой флоп. Ну, здесь пас сразу, наверное. Хотя я не против пушу, братан. Тус валет пуш. О, давай, давай сюда. Пожалуйста, не переехать только. Тус валет. Угадали, а сейчас не переехать просто. Да, блядь! Как человек в одночасье превращается из нормального, адекватного рега в... вот в такого вот меня. Дон Колын, Дон Колын, давай. Флэш закрылся, давай. Вот это отлично, прям. Вовремя. Да ты поехал просто. Сейчас спарят доску, естественно. У нас тут сайдпод гигантских размеров, кстати. Ох, 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 чё? Сколько я нажил в этой раздаче? Жесть. Вернули справедливость немножко. What the fuck. Смотрите, было в предыдущей раздаче. Сейчас. 2500, что ли? Да, 2500, а после этой раздачи стало 4. То есть я 2000 выиграл в этой раздаче, жесть. Вот это неплохо получилось. Ясно. Да ладно. Спасибо большое. Спасибо. То, что мне надо сейчас. Слушайте, ну, наверное, не поеду плохо-то. 33% на 4, в принципе, неплохо. Главное, туз король закатать. Это, в принципе, должно быть не сложно. Да. Недолго я радовался. Лови ГТОшник. Ну и блеф просто. С лучшей рукой, естественно. Спасибо. Хорошая раздача вообще в целом.
Не смешно! Здесь интересная раздача. Рейзил префлоп, поставил мелкую на флопе и два кола получил. Не очень понятно, что там за руки могут быть. Но мне-то понятно, что чекать надо сейчас. Остаточки уж будь добр. Отгрузить. $2! В смысле, 2 анте, 10 баксов зажал, чувак. Ты чего? Ты почему такой жадный? Нет, смотри. Это несложный кол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте выиграем эту раздачку. Даже не знаю, валета натер. Нет, 4 натерни, давайте, да и все. Ну, на ривере, ладно. Годится тоже. Давайте на вэлю поставим. На тонкое, тонкое, тонкое. Чисто на хлеб намазать. Тонкая вэлью там против девяточек, восьмерочек. Ну, его-то пуш я бы колил просто снэпом. Видели? Ну, эта раздача очень круто сыграна, я считаю. Она вот имеет грани подобия совершенно многообразной, бесконечное множество. Но тебе этого не понять, поэтому приезжай себе, блядь. Мы в этом мире как бы живем разными ощущениями, разными стремлениями. Соответственно, разное наше место, разное наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки, чтобы были у тебя, и все самые лучшие самки, чтобы раздвигали перед тобой ноги, там все свои щели на шиворот, на выворот, перед тобой, как ковер. Это самое, раскрывали и расплевали, да, расплали. Это их, чтобы ебать. До посинения, до красна, вон как солнце закатного, чтобы на лучших яхтах, на самолетах летал и кончал прямо с иллюминатора, и все, что только можешь в голову прийти и не прийти. Если мало идей, обращайся ко мне, я тебе на каждую твою идею еще сотни триллионов подскажу, как что делать. Ну а я все, я иду как глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному. Сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во все и во вся, понимаешь? Вот и все. В этом наша разница.